завесу не укроешься в лесу. Я мою желанную подругу с песней в сердце унесу. Эх, я мою желанную подругу с песней в сердце унесу. И ответь мне словом, взглядом, и совсем не говори. Я и так пойму, пойму, что надо, лишь улыбкой подари. Эх, я и так пойму. Я пулей в лед срезал. А ты будто не знаешь, что весенняя охота кончилась. Разве охотился? Просто, понимаешь, иду и пою. Ты ответь мне словом, взглядом, и совсем не говори. Они меня перебивают, но я и не удержался. Я и так пойму, пойму, что надо. Вот я отведу тебя к лесничему, он тебя удержит. Ну что ж, веди. Идем, дядь, идем. Ну да. А кем вам приходится, тетя Наташа? Тетя Наташа, учительница. Ах, учительница? Ну тогда пошли. Не зря, выходит, стрелял. Ну ладно, давай знакомиться. Леонтий Широков из пушной конторы Гаторга. Куда ж ты отсюда? Высоко. На сопку Оловянную? Выше. А выше нет у нас. Четыре синих океана в мире. Их воды бьются в берег многих стран. Но всех синей заманчивые шире... Над круглым миром пятый океан. Пятый океан. Это хорошо. Это я понимаю. А мне мало понимать. Мне нужно самому оттуда на мир поглядеть. Так ты прямо бы сказал, в наш аэроклуб поступаешь. А в стихах тоже прямо говорится. Тетя Наташа, бабушка говорит, когда после птицы остается душка, надо загадать желание и потянуть. У кого больше останется, того желание исполнится. А ну дай-ка. Потянем? Оттянем. Загадывай желание. Загадала. А ты? И я. Тяни. Что ты загадал? Сказать? Скажи. Что я на тебе женюсь. То ли Леонтий Широков задумал, так тому и быть. Попал в пень.
Есть! Тут главная сноровка. Ну, так... Здорово стреляет. Да ты не расстраивайся. Бери. Мне чужого не надо. Да бери. Вот чудак. Побери. Так. Это что, шелковый? Шелковый. Призовой. Ах, призовой. Подходит? Подходит. А это что такое, чулки? Чулки. Тоже призовые? Тоже. Эх, раз прямо в глаз. Знаменито стреляешь. Видать, охотник. Охотник. Сваться, понимаешь, собрался. Невесте подарки добывают. Вот это же. Ну ты не как летчик. В аэроклубе работаю. В аэроклубе? Товарищ дорогой, я же к вам поступать собираюсь. Как думаешь, примут? Тебя-то? Примут. Примут. Клёш, товарищ! Часы. Часы. Призовые. Призовые. Сейчас будут новые. У кого недолго, а у нас как раз. Ох. Носи, рука у меня счастливая. Летай с ними. Рожденный ползать летать не может. И я стремился. Забраковали. Чего же это? Здоровье дырявое. Ох. Наконец-то. Да. А это что за ящик, а? Это радио. Отходим. Подходит. Да ты чего прощаешься? Ты не едешь. Видолы! Садитесь. Долго сидеть будем? Вставайте. Вставайте. Грозных ярла добуду, с неба радугу сорву. Вы, стало быть, мамаша будете? Я буду мамаша. Эх, в туче грозных ярла добуду, с неба радугу сорву. Это вам. Сы. А кто ж у вас птицу бьет, мамаша? Некому. Как муж помер, некому. Мужчина, вам дом нужен, мамаша. Да уж мы с Наташей надумали. Я мою желанную подругу с песней сердцу унесу.
Ей все принес. Позовите-ка на минутку. Я мою женатую подругу Наташу. Свою. Она на станцию уехала с Кирилловым. Жених у нас летчик Кириллов. Наташа, ошибся. Понимаешь, какое дело-то? Смотри. Ваш билет? Ваш билет? А я провожаю. Удачи. А ты голову найди. Пригодится. Понимаешь? Из рук, из самых рук ушла. Голова? Внимание! Поезд Владивосток, Москва отправляются через 2 минуты. Граждане пассажиры, занимайте ваши места. Провожающие, освободите вагоны. Повторяю. Поезд Владивосток, Москва отправляется через 2 минуты. Граждане, пассажиры, занимайте ваши места. Провожающие, освободите вагоны. Товарищ, что? Товарищ дорогой, что? Дай слово сказать. Уедет она, понимаешь? Невеста моя, Наташа, уедет. Что? Да что? Слово нужно сказать обязательно. Да, обязательно, обязательно. Вот. Ты к маме заходи. Она тебя любит. А ты? Я тоже. Слушай, Наташа. Слушай, Наташа! Это я, Леонтий! Товарищ дорогой, дай слово сказать. Понимаешь, невеста у меня уезжает. А Кириллову твоему скажи, чтобы он мне на узкой тропинке не попадался. Сказали. Ну что ж, давай помогу. Дурная это Наташа. Да за такого не то что одного. 100 Кирилловых отдать не жалко. Не жалко. Ну тогда пошли. Видал? Видал. Здорово летает, а? Здорово. Так вот это инструктор Кириллов летает, понял?
Кириллов? Да, вот нам 100 лет учиться так не летать, правильно? Ну и поезжай домой, тебе все равно 100 лет не прожить. Мы поедем, что нам привыкать, правильно? Подумаешь, инструктор Кириллов. Дай только мне до самолета дорваться. Я им покажу, что Леонтий Широк может. Ты чего это тут? Разоряешься. Понимаешь? Товарищи. Понимаешь. А ну-ка иди сюда. Спички есть? Есть. Да. Ох, охотник. А ты почем знаешь? Вижу. Ну, как думаешь, примут? А меня нельзя не принять. Ишь, ты какой. А почему ты летать задумал? Не знаю. Вот тяна. Бродил я раз по тайге. Звери гнал. Утро белое, седое утро. Выхожу на увал. Сквозь туман небо видно. Далекое. И такое синее, что глазам больно. Да. И небо это как пустыня. Никого в нем нет. И только вижу, а глаз у меня острый. В небе ястреб парит, кружится. Понимаешь? Во всем этом небе один. Вроде хозяин. И первый раз у меня рука на птицу не поднялась. Ну, так какой же ты братохотник? Да нет, другое во мне. У самого будто крылья выросли. И задумал я тогда непослушную птицу взбуздать. В Пятом океане погулять. А, это в каком же? В Пятом. Ох, и пытливый ты. Сам не заметил, как все тебе рассказал. Но Пятый — это небо, понимаешь, небо. Не умею я про это рассказывать. Ничего, мы еще с тобой потолкуем. Ты не видишь, что ли? Мамаша! А я чё искала? Чего это? Да спасибо сказать за гостиницу. Догнал? Кого это? На станции-то. Догоню. А ты чего здесь делаешь? О. Комендант. Ух ты. О, набедокурил в той-то. А, ну убирай, убирай. Ну как, приняли? Погнали. Погнали. Ну, за что ж? За что? За возраст. Ну и правильно. Невелик ноготь, хоть и думает, что коготь. Это я-то? Ты-то. Я-то? Девчонка здоровее, чем в другом месте мужчина. Ну, вот это да. Да ты знаешь, что у меня? Да, ты знаешь, что у нее? Что у тебя? У меня старший брат 1-8 человек поднимает. Подумаешь, 8 человек. Я в семье самый младший. Фу. И то душ 12 подниму. Ну, это ты того, веселый разговор. А ну лезь на меня.
Только тихо. Ну, кто потяжелее? А ну ты, иди сюда. Веселый разговор. Подходи ко мне, да? Товарищ Широков. Меня? Опа! Что же это вы? Только переступили порог аэроклуба и уже разбили самолет. Да, плохое начало для будущего летчика. Хилый он, все из рук валится. Товарищ Широков, а почему вы решили пойти в авиацию? Не умею я про это рассказывать. Я расскажу. Я думаю, товарищи, по здоровью и своей профессиональной пригодности товарищ Широков может быть принят. Но вы должны крепко запомнить, без сознательной дисциплины не может быть советского летчика. Да я сам страсть как люблю дисциплину. Хоть кого спросить. О, я ж тихо. Тихо. Как же. Можете идти, товарищ Широков. Вы свободны. Алексеев Захар Петрович. Ну как, приняли? Погнали. Погнали. За что ж? За дисциплину. За дисциплину. Ну и правильно. Ну как, можно поздравить? Приняли? Ну как же, обязательно. Товарищ Широков. Ну, товарищ Широков, благодарите комиссара. Он отстоял вас. Вы зачислены в аэроклуб. А ты спрашиваешь. Обратно часы. Учлет Широков, вы опять нарушаете дисциплину. Я буду жаловаться вашей невесте. Наташа. Наташа. Ну, будем знакомы. Ваш будущий инструктор. Кириллов. В океане. Оденьте очки. На каждый маневр надо и спрашивать разрешение. Понятно? Понятно. Заходите на посадку. Докладывайте о своих действиях. Есть. Ну, что
что же вы молчите? А что докладывать без дела? Ну, подхожу к развороту. Неуместная болтовня. Делаю вам замечание. Ну, осматриваюсь. Просто осматриваюсь. Без всяких «ну». Просто осматриваюсь. Разрешите вылезть? Можно. Товарищ инструктор, разрешите получить замечание. На первый раз ставлю вам на вид. Самовольные действия в воздухе. Можете идти. Есть. Молодец, Леонтий, на три точки притер. Инструктор сажал. Ученику 100 лет учиться, так не посадить. Какой ученик? Ага. Давай спросим. Сам сажал? Сам. Я же говорил, что сам. Это видишь. Ну что, хвалил тебя Кириллов? Выговор объявил. За что? Я-то знаю, за что. Видели, как посадил Широк? Сам сажал. Совершенно самостоятельно. Он в воздухе чувствует себя лучше, чем на земле. Ну, а на земле он чувствует себя неплохо. Жалуйся, жалуйся. Все равно я тебе и в воздухе, и на земле обгоню. Ох, и характер у тебя. Вон тоже вроде тебя захотела в аэроклуб и добилась своего. Приняли. Приняли. Буфетчицы. Заправляйся, ребята. Заправляйся. Ну как, все около ходим, бензинчик нюхаем. В будущем году приму. Ну как же, обязательно. А ну дай-ка мне чего-нибудь. Вот это да, после таких бутербродов У-2 не поднимет. Бомбовозом надо летать. Нет правды на земле. Одному он все достает. И большой рост, и большие бутерброды. Ну просто, самый понимаешь, обыкновенный бутерброд. Ну да. Саня, ну как возраст-то? Подвигается. Товарищ Кириллов, вам открытка. Из Москвы. Товарищ Широк. Товарищ Широк. От нашей общей знакомой. 16-го в 6 часов вечера будет здесь. Все? Нет еще вас. Я уверена, что Широков станет замечательным летчиком, если возьмет себя в руки и положит на обе лопатки свой характер. Покажите. Ну, дальше тут о литературе. Веселый разговор. Задача всем понятна? Понятно. Ну, тогда выходите решать. Кто желает? Товарищ Грушин? Да мне это понятно, но как-то подумать хочется. У него мигрень, думать хочется, а говорить лень. А вы? Я тоже. Что тоже? Все поняли? Нет, тоже подумать хочется. Садитесь. Думать надо. Но не забывайте, товарищ, что мысль летчика должна обгонять скорость его самолета. Ну что же, так никто и не решается. Отчего ж никто? Я? Ну и засыпишься. Вы уже подавали мне сегодня. А я забыла. Можно остаться? Можно. Ну, я же говорил ему, что засыпется. Ведь смотри, чем человек занимается. Вот, видишь, 16-го, 6 часов, Наташа, наше свидание. Уже научилась?
Зачеркни везде 16-е. Чего, по-вашему, зависит длина разбега? От нагрузки. Так. А если надо взлететь с очень маленькой площадки? Освободить самолет от лишнего груза. Пассажиров оставить на земле. Отлично, товарищ Широков. Как вам все легко дается? Ну, больно пустяковая задача, товарищ инструктор. Я-то знаю, что он ночей не спит, работает. А делает ли, что все ему легко дается, все ему пара пустяков. Выходит, что парень-то не пустяковый, а? Выходит. Ну что, засыпался я? Ты думаешь, мы не знаем, что ты по ночам занимаешься? Ну, каким ночам? Фонарики под подушку прячешь? Какие фонарики? Ох, какие, ну да. Лёшка, да? Дай батарейки. Да ну. Ну что, узнаешь? Ну да, а на уроке ты самородка разыгрываешь. Товарищ инструктор, видишь ли, пустяковая задача. Товарищ начальник. Прошу сегодня освободить меня от полета. Что, нездоровы? Необходимо по личному делу. На время полетов личных дел не может быть. Товарищ инструктор, прошу освободить меня от полета. Вы что, нездоровы? Мне нужно отлучиться по личному делу. На время полетов личных дел не может быть. Есть. Не может быть. Машину, врача. Разговор у нас короткий будет. 10 минут осталось, чтобы на аэродром вернуться. Ничего не понимаю. Здравствуй, Леонтий. Не поможет. Что не поможет? Ничего не поможет. Теперь я к тебе каждый день ходить буду. Не поможет. Что случилось? Авария? Авария. Машина в исправности. Расчет замечательный. Площадка метров 200, не больше. Он будет большим летчиком. Учтет Широк. 20 суток без отпуска в город. Есть 20 суток без отпуска. Золотые дни молодой весной мы с тобой шли одни глухой тропой. Ты шепнула мне, не расслышала я. Может, эти слова говорит любовь моя. Много я сказать
тебя открыть, а тум. Случилось что? Он сказал, пусть она придет. Обязательно придет. За ангар пруда. У моей сестры тоже такое платье есть. Да ведь я Кириллова люблю. А Леонтий? Прежде от злости, а теперь от радости. Бусы. Вот так и у меня все оборвалось. Ласково так подозвал меня к себе, а сам говорит, иди, говорит, к ней. Что это он вас так любит? Не знаю. Разве потому, что не до него мне? Вот. А ты свое чувство в себе береги. Будь с ним построже, похолодней. Не подавай виду. Да-да. Построже, похолодней. Не пода... Ой, не могу. Наташа! Скажи ему, что ты меня не застала. Да. Больше ничего не говори про меня. Понимаешь? Да. А то у него такой характер. Уж такой характер. Он такое может натворить? Он. Он все может. Наташа, пришла все-таки. Ее дома нету. Врешь? Что она сказала? Она сказала, ее дома нету. Когда-то влюблен. Очень влюблен. Помню, на занятия надо идти, а ноги меня к ней несут. Ведь знаю, что нельзя, а иду. А вы откуда знаете? Да ничего я не знаю, я про себя рассказываю. Да, так вот, уйдешь, бывало, с занятий, а внутри чувство какое-то шевелится. Нечто вроде гордости. Вот, дескать, какой я удивительный.
Никаких преград для моей любви не существует. Вот сила какая. Ну, а потом? Ну, а потом... Потом сообразил, что эта шалость нам к падению первый шаг. Она становится привычкой после страсти. Гордиться, выходит, здесь нечем. Просто воля сдала. А безволие рождает трусость. Это что ж выходит? Я трус? Сегодня меня ноги к любимой девушке понесли, а завтра бой, рванул снаряд. И понесли меня ноги сами собой в тыл. Кто сегодня уходит из школы, тот может завтра с фронта уйти. Я с фронта не побегу, товарищ комиссар. А я почем знаю? Потому что ты на учебной машине милую встречать прилетел. Верную дорогу в жизни найти потруднее, чем в тайге. А одного удальства для этого мало. Ты запомни хоть. Дисциплина – это школа храбрости. Можешь идти. Иди, иди. Подари. А ты чего не поехал с ребятами? А мне здесь весело. Начальство тренируется. Леонтий. Что? Ты обещал. Чего? Поучить меня обещал. Ну что ж, можно. Теперь заходите на посадку, докладывайте о своих действиях. Так ведь я уже заходила, теперь приземляюсь. Ну да, приземляйтесь. А дальше? Что дальше? Леонид, что это с тобой? Мысли. Ты не думай, Леонид, я хорошо понимаю, как это тяжело. Вот когда кого-нибудь любишь, а тебя нет. Малай, что о таких вещах рассуждать? Делаю вам замечание за болтовню в воздухе. Да ты никак хнычешь. Ветер в глаз попал. Новый тренос. Я из подруги. А если бы тебя полюбила другая девушка? Ты бы... Делаю вам вторичное замечание за болтовню в воздухе.
Разворот, осматривайся. Ну, осматриваюсь. Просто осматриваюсь, без всяких «ну». Просто осматриваюсь. Ну, я, конечно, понимаю, что это трудновато. Но нужно с самого начала привыкать. Как бы это тебе объяснить-то? Ну, одним словом, дисциплина – это школа храбрости. Да, так ты уверен, что Широков не подведет на экзамен? Убежден. Он ведь теперь сам преподает дисциплину. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ майор. Здравствуйте. 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 Это надо законтрить. Быстренько. Есть, товарищ инструктор. Ну вот, последний полет, и Махно в истребителе. Это по мне. А то что это, понимаешь, на этом примусе кататься? Ты бы помолчал хоть сегодня. И так у меня на душе кошки скребут. А ну. Якимюк, плинта нету. Где же Леонтий? Я ж не успел. И как выпускаем учетов, у него постоянно шалят нервы. Я же приказал освободить его на сегодня. Второй техник болен, товарищ начальник. Товарищ начальник. Ладно, ладно, понимаю. Товарищ начальник. Идите, Василий Тимофеевич, идите. Из этого парня выйдет толк. По походке воздухе видно. Умеет паспорт предъявить. Какой штопор? Какой? Какой штопор? Лихой. Ну что ж, этот зачет можно считать принятым. Да, это прирожденный летчик. We
высоко летают птицы, взвейся, песня, выше вольных стай. Через горы, крепости, границы с песней летчик пролетай. Через горы, крепости, границы с песней. Жив, Леонтий. Трос, понимаешь, оборвался. Я не успел тендер закончить. Что случилось? Управление отказало? Я вас спрашиваю, самолет отказал? Так значит, перед посадкой поиграть вздумали. Выпуск учлета Широкого отложить, назначить следствие. Есть. Попал в истребитель. Теперь мы пойдем в военную школу, и пойдут у нас кубики, шпалы, а потом ромбы, веселый разговор. А потом забудешь меня? Кто я? Да. Командиру это по уставу не полагается. Золотые дни молодой весной, мы с тобой шли одни. Многое сказать тебе.
бутылку пива и пару пирожных. Я просил пива и пирожных. Ох, простите. Скажите, что с вами? У вас такое лицо, будто вы потеряли что-нибудь. Удачу. Удачу потерял. Пожалуйста. Удачу потеряли. Не я. Леонтий. Вот лист. Он оторвался и уж не вернется на место. А ты что? Чужой, что ли? Покайся. Покайся, сынок, и обратно приму. Жить не хотела. А теперь, о, как лихо танцует с молодым-то мужем. С мужем? Верно, придется напомнить еще раз тем, у кого память отшибла, что Советский Союз все навязанные ему войны всегда заканчивал и будет заканчивать на чужой территории. В настоящее время нашим ударным группам необходимы дополнительные средства воздушной связи. Могу вас поздравить, товарищи, с большим доверием и честью. Эту почетную задачу командование возложило на нас. Садитесь, товарищи. Перегнать самолеты для связи в район боев выделяется группа инструкторов и окончивших курс отличников.
Инструктор Кириллов. Есть. Инструктор Андреев. Есть. Отличник Ковтунов. Есть. Отличник Кузнецов. Есть. Отличник Грушин. Есть. Отличник Макаров. Есть. Отличник Савицкой. Есть. Отличник Левченко. Есть. Ну и парил меня комиссар. Ну и парил. А мне легко. Гора с плеч долой. Вот она, авиация. Тянула, тянула. И до следователя дотянула. В аварийную комиссию полетим. Сам Леонтий повезет. Леонтий? Ну да, мне крышка, а ему радость. С особым заданием его посылают. Посылают? Ему? А где он? Да он и не знает. Не знает? Иди сюда, внучку. Скорее. Прейскурант разбирайте. А? Пиво 2,10, ситрон рубль 20, лимонад рубль, крушон рубль 40, тузики 35. Поторгуйте за меня. Так задание ясно? Ясно. Значит, все налицо. Кроме Широкова. Есть Широков. Широков сейчас на своем R5 километров на 50 делает больше. Вылетели одновременно, а придем позже. Я к следователю, мне особенно спешить нечего. Границы! Разобьемся!
Ленту в штаб. Или знакомые места. Вот где-то здесь, за лесом, наш аэроклуб. Тот самый, в котором учился Широков? Тот самый. Ох, и доставил же он мне здесь много хлопот. Как время быстро идет. 2 года, 2 войны. Вылетел он отсюда рядовым курсантом, а теперь о его воздушных боях все газеты пишут. В беседе с нашим корреспондентом герой Советского Союза товарищ Широков заявил: «В ближайшие дни я намерен посетить аэроклуб, который воспитал меня и сделал из меня летчика». А до геройства-то, говорят, не сразу дошел. Отчаянный парень был. Да чуть было из школы из летчика его не погнал. Ну, брось. Да. А ну, покажи-ка. Так... Что-то по лицу не похоже. Хотя, наверное, теперь остепенился. Да, больно. Было бы время, обязательно заехал в аэроклуб. Повидаться с ним. Где приехал Леонтий? Пока никому не говорить об этом. Я позвоню на станцию. Есть. Веселый, брат, разговор. Спокойно видеть хорошую посадку. Хорошо посади. Да уж, это не хуже тебя. А мы тебе встречу готовим. А я, понимаешь, черным ходом по старой дороге. Возраст подвигается. Ну,
ты изменилась, Саня. Красивой стала. А да чё ты изменился? Наблюдательный стал. Ты ответь мне словом, взглядом и совсем не говори. Вот возвращаюсь. Старый охотничий куртки дошел. Что Леонтий Широков задумал, так того и быть, да? Угу. Я и так пойму, что надо лишь улыбкой.